В Алматы создан центр по оказанию помощи пострадавшим от селя. Он находится в центре обслуживания предпринимателей по адресу Достык 160. Именно туда жители несут вещи первой необходимости, продукты питания и одежду. Региональные палаты предпринимателей также открыт расчетный счет в банке, куда уже поступило свыше 1 000 000 тенге. Несмотря на неравнодушие многих пострадавших регионов, все еще не хватает волонтеров, а также техники и инвентаря для уборки. Если возникнет острая прям необходимость, то мы имеем номера телефонов генеральных директоров, владельцев бизнесов, которые занимаются пищевкой. И я думаю, что они очень быстро и оперативно отреагируют на такую потребность. Мы находимся в постоянной связи с сотрудниками штаба, кто принимает участие в работе штаба, с акиматом Нарзбайского района, постоянно определяем, как бы, какие-то потребности. Вот сейчас там, допустим, возникла необходимость, да, ну, скажем так, в таких вещах, как лопаты, перчатки, мешки.